Вот уже 13-й год подряд академический колледж открывает свои двери для желающих получать качественные знания. В зале студенты старших курсов и те, кто в этом году впервые сядет за парты колледжа, а также педагоги и родители. Для каждого из них День знаний стал большим праздником. Наше учебное заведение, оно особенное. Оно входит в структуру Международного инновационного университета и имеет свою собственную материально-техническую базу, собственную. И ребятам будет очень интересно заниматься у нас, поэтому я их всех поздравляю. Поздравляю всю общественность города Сочи с началом учебного года. День знаний академический колледж отметил праздничным концертом, ведь студентам учебного заведения есть что показать. Студенческая жизнь в колледже насыщенная. КВН, танцы, вокал, театр. Вот неполный список кружков, в которых каждый из студентов может себя реализовать творчески. Здесь многие танцуют, поют, очень сильно здесь развит КВН. И если здесь вести активную студенческую жизнь, то можно очень хорошо пробиться дальше в дальнейшую взрослую жизнь. Но самое главное, это, конечно, востребованные специальности. Академический колледж готовит представителей актуальных профессий по 5 направлениям. Гостиничный бизнес, управление на транспорте, садово-парковое ландшафтное строительство, экономика и право. Я выбрала специальность гостиничный сервис. Мне кажется, что для этого города это самая востребованная на самом деле специальность. Здесь учился мой брат, и мне очень нравится этот колледж. И еще один плюс. Благодаря системе непрерывного образования выпускники академического колледжа после его окончания могут поступить в Международный инновационный университет и отучиться по ускоренной программе, получить диплом о высшем образовании. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.